История развода одной, пусть и богатой пары, едва бы покинула рубрику «Светская хроника», если бы он не был шурином Юрия Лужкова, а она – продюсером Димы Билана. О том, что Виктор Батурин и Яна Рудковская расходятся, говорят давно. Но на днях муж и жена сделали все, чтобы стало ясно – они уже не одна сатана. Это футбольный стадион в Сочи, на VIP-трибуне которого они когда-то познакомились. Как теперь говорит сам Батурин, это было единственное и самое результативное выступление Рудковской. Но сама Яна и после рождения двух близнецов в отличной спортивной форме. На этой неделе, пытаясь найти детей, перелезла через забор, а точнее великую китайскую стену на даче Батурина на Рублевке. А сам Батурин лишь повел в ответ крылом частного самолета и увез совместное потомство в неизвестном направлении. И если с детьми все запутано, то что же будет с главным их детищем под названием Дима Билан? Ведь это было совместное Батурина с Рудковской предприятие. Вот текущий отчет куратора проекта Яны Рудковской перед тогда еще владельцем бренда Виктором Батуриным. Начало освежающее. Уважаемый Виктор Николаевич, это жена мужу. Далее детальнейшее изложение проделанной работы. Были проведены две серьезных имидж-сессии, смета. Получено от вас 6 миллионов 745 тысяч рублей, перерасход, заявка на получение средств под микроавтобус для группы Димы Билана, тоже уважаемый, и подпись «С уважением, Рудковская ЯА». Высокие отношения. Браком, который, как выяснилось, был так важен для судеб поп-культуры страны, заинтересовалась тезка Рудковской Яна Леонтьева и нашла место, где Батурин прячет детей. Я поднимаю свой бокал. Новый 2006 они еще встречали под счастливой звездой. Звезд на семейном корпоративе Батуриных было несколько. Все как на подбор. Теперь Яна Рудковская сама зажигает звезды. Со своим лучшим товаром Димой Биланом она дошла аж до Лондона. Хочу пригласить Яну Рудковскую на желание света. Но муж считает, что не дошла, а докатилась. У них был общий шоу-бизнес, а теперь отдельно. Бизнес и почти что маски-шоу. А что мне оставалось делать, если мне не дают детей, я что должна? Я поехала в милицию, как нормальный гражданин, написала заявление. Человек принял решение, что ему мешают дети и семья. Последний Новый год и вправду високосный. Это домашнее видео, если ирония судьбы, то совсем не о любви. Батурин с детьми празднует уже без мамы. Не женитесь вы, ребята, не валяйте дурака. Я женился, взял без сисек и сижу без молока. Они встретились в Сочи на русской ривьере, когда полевой игрок Батурин, в молодости игравший за «Локомотив», бил поворотом, 20-летняя зрительница стреляла глазами. Она со мной познакомилась. Этот футбол первый и последний в ее жизни, который она смотрела. После матча у них началось бурное дополнительное время. Я по образованию врач, косметолог. Он приезжал ко мне 2 года. Делал все манипуляции, связанные с лицом. Скоро красота в ее жизни вышла за пределы салонов. Проект Дима Билан поет как будто не о себе, а о ней. Я знаю точно невозможно, невозможно. Она и замуж вышла за меня только из-за того, чтобы прошел проект Яна Рудковская. Я согласилась выйти замуж, потому что Виктор Николаевич безумно интеллектуал. Я, будучи человеком не совсем глупым, поставил условия по деторождению. Ей пришлось вот сделать эту инвестицию. Свои детородные обязательства Рудковская перевыполнила вдвое, родив мужу 2. Они уже умеют кричать «Да здравствует император!» «Вилампер!» Они умеют кричать, пожалуйста. А сам Батурин превзошел своего кумира Наполеона. Если не ростом, то денежным весом. У него фантазия была менее развита, чем у меня. Он уверен, Коля и Андрей в него. Учился только на один четверку. У меня четверка не было ни по каким предметам. Ни по пению, ни по бздению, как говорил отец. Чтобы не казаться воскресным папой, Виктор Батурин стремится встать раньше жены и сам отвезти сыновей в школу. Я же единственный папа, который водит детей в школу. Но столько, сколько я проводила с детьми, если взять в соотношении с Виктором Николаевичем, это было не меньше. Но помня, что и жена ему в дочке годится, младше почти на 20 лет, он часто вспоминал о методах девичьего воспитания. Взял, оттаскал там закос, и все нормально. В итоге, как истинный Наполеон, замахнулся на ее свободы. Когда он мне сказал, брось все свои проекты и сиди дома, сказал, ну так же нельзя. А на следующий день у него какой-то вот прям вот резко нет, и все. Я не хочу, чтобы ты видела, как не хочешь. Секундочку.
Федорович. Сейчас ей открыты двери во все дорогие клубы. Только домашние. Закрыто мужем на замок. Хоть на стенку лезь. Андрюша, Коля, девочки, откройте! Осознав, что маленькая победоносно-освободительная война против такой крепости бессмысленна, Рудковская решила войти в нее троянским, точнее, третейским конем. На каждое Виктора Николаевича слово у меня существует документ, который может опровергнуть или подтвердить его высказывание. Посадить в тюрьму за запрет сообщения с детьми нельзя, потому что нет такой статьи Уголовного кодекса. Подмосковная Рублевка – место людное, оборону долго не удержишь. Пару часов на берегу неба, на личном самолете, и Батурин-буржуа превращается в Батурина-помещика. Сводный уланский отряд приветствует вас в ваших владениях. Он знает, любовь – холодная война, но в его холодной губернии, где он владеет лесами и пашнями, за ним стоят надежные тылы. Стоять на своем – это у Батуриных фамильное. Дословно, по далю Батура – это упрямец. Здесь дети надежно спрятаны от бизнес-мамы. Можно их и в баню послать. А в баню пойдешь? Да. Жена в Москве в это время получает очередную премию. Это награда как лучший продюсер, по мнению, по версии звуковой дорожки, лучший продюсер года. Яна Рудковская не является продюсером, потому что я ее продюсером не назначал. А пока что все распоряжения по Билану могу делать только я. Вечером из бокала вина всплывают старые перебродившие обиды. А еще отругал за столь прозрачную откровенную фотосессию. Я и на это сказал. Я говорю, Ян, ну что я тебе могу сказать? Ты из дамы света превратилась в даму полусвета. Тут и ему вспомнилось, взгрустнулось. А тебе самой-то Зин, то есть Ян. Я на детей видел, когда они уже ходить начинают. Как там прямо он говорит, что он кормил их из рожка, там еще что-то? Папа их кормил. Грудью. Первый, второй. Настолько это вот, не знаю, это ему, наверное, так хочется, чтобы вот он был так, было так. Но, к сожалению, это не так. Теперь Наполеону Батурину грозит судебное Бородино. Я думаю, что будет суд, и суд вынесет решение по этому вопросу. Да и опыт у него уже есть. Потренировался на сестре. Ян-то много. Это Батурин один. Он по имуществу готов разговаривать. По имущественным вопросам. Делить миллионы готов, а дети у него все нет. Я хочу, чтобы они жили со мной. Яна же понимает, что дети, конечно, цветы совместной жизни, но и ягодки надо делить. Да, у меня есть квартира, 7 квартир у мужа со мной, нажитых в, так сказать, в период совместного брака. Развод с Батуриным не столь же доходный, как с Абрамовичем. С кем останется первый мальчик российской эстрады, не обсуждается. А вот родные мальчишки еще не решили. А дети не могут сказать, которым 5 и 6 лет. Они боятся сказать, потому что папа их исключит из своей мужской команды. Коля предлагал ей сделать секер-пашка, понимаешь? Пришлось ему дать подзатыльник и сказать, что про живых людей так не говорят. Зато уже сейчас дети, кажется, понимают, как в популярном анекдоте 90-х, где развод супругов, там не только букет левкоев, но и ушат помоев, и захват покоев, побег злодеев и подрыв устоев. Ты же будешь у нас жениться, Коль? Нет. Кем ты будешь? Папином поросячим хвостиком?